Так, всем еще раз доброе-предоброе утро. Что, надо сейчас разбираться с тем, что есть у нас со вчерашнего дня. Может быть, разогреть что-то. Вот, потому что сейчас надо быстро покушунить. И надо, Коля будет, вернее, везти Тамира на вокзал. У нас вчера осталась картоха, пюрешечка. Сейчас я разогрею в микроволновке. Оп. Ой, блин, оба крышкой накрыла. Сейчас пюрешка стрелять начнет. Немного накрою крышечкой, пускай просто крышка вот так вот лежит. Пуск. Так, и что? Что у нас тут пооставалось-то? Давайте смотреть. О, пожалуйста, сыры, колбасы. Сыры, колбасы. Сыры, колбасы. Капец. Шашлык. Так, сок уберем пока вместе. Ё-моё. Надо сделать, наверное, салатиус, да? Как думаете, будем делать салатиус с вами или не будем делать салатик? То есть Коля так настроил камеру, что она мне немножечко сильно вниз, да? Николаечка! Батькович! Он, Даша вчера так бутерброды мотала, прям намотала, так намотала. Коля! Ты мне камеру настроил так, что она вниз. Ау! Ау! Слишком вниз. Что, товарищи, не видно вам, да? Ой, блин, бутерброд упал. Чуть-чуть выше. О! Да, вот так, смотри. Плита. Ну, наверное, да, пойдет. Плита, блин, такая. Я просила убрать вот эти вот. Кого? Пакет? Да, пакет. Окей. Ой, тяжело, товарищ, тяжело. Бутики есть. Один бутик, правда, упал. Блин, и опять он же упал. Представляете, его убрать. Будет котейка. Наверное, мы его все переложим, потому что он как-то так все не очень. Ну, что делать? А что делать? Лежал в холодильнике. По-моему, у нас холодильник очень сильно морозит. По-моему, огурцы, которые были здесь, поподмерзали. На бутике. Красивый бутик с шпротиками делали вчера. Вот так вот. Сейчас поставим. Усю-сю. Ну вот не буду доделать бутерброды, потому что, ну, смысла нету в этом. Петрушка, блин. Че, укропчик вот так сюда, сюда. Тут надо, конечно, половина помидора, наверное, убрать. Огурчики постекали. Ну, что сделаешь, правильно? Что сделаешь? Мы их сюда вот в серединочку положим, кто-то захочет. Ну, я, например, огурцы очень люблю, поэтому я их кушаю. Кушаю и не в малых количествах. Так. Есть. Помидоры мне вообще эти не нравятся, видите? Может, их сейчас в салат пустим, а может быть и никуда не пустим. Смотрим, картоха разогрелась, нет? Вчера такая вкусная, девчонки, картошка получилась. Нет, чуть-чуть. Еще на минуточку. Вчера такая картошка классная получилась. Она настолько получилась, какая, не жирная, а как, не сметанная. А за счет, короче, того, что там был плавленый сырок, она такая нежная получилась, такая обалдительная просто. Ну, просто передать не могу. И даже круче, чем с любым каким-либо мясом. Так что так, берем тарелочку и разложим наши колбасики. Колбасики-балабасики. Вам видно там хотя бы? Да, праздники праздниками. Вчера же, я вчера не знаю, во сколько мы... Ну, мы очень поздно, поздно, очень-очень легли мы поздно. Прям, что ли, в 4 или даже как-то так, я не помню. Пока все поразъезжались, потом пока мы нормально собрались, пока все со стола сгребли, тоже. Так, сейчас. Кликли. У нас тут и шашлык вместе с этим. Господи. А, это, наверное, то, что Света брала с собой, но они утром и не покушали. Так, куда там? Собирались тоже, знаете, как. Не до этого было, как говорится. Не до кушания с утра. Тамир расстроенный, ехать, естественно, не хочет. Ну, кому хочется, правильно. Что же?
обидненько, досадненько. Так, вот здесь вот будет такая тарелочка, потом сыр, наверное, в отдельности. Сырочек сейчас разложу. Кто знает, что это за песня? Слышу. Будет нелегкий мой путь. Так, опа, сейчас. Всем моим бедам. Не знаю слов. Так вот это. Обыспеть. Так, сюда поставила сыр. Вот еще сыр. Вот еще сыр. Вот еще сыр. Блин, капец. Вот это мы едены, да? Ничего толком не поели. Тоже готовишь, готовишь вечно. Вроде как бы, я не знаю, у вас так же или нет. Казалось бы, там, да сейчас, там буквально чуть-чуть на стол накроем, да и все. Как начинаешь накрывать на стол, получается, блин, как вроде на Меланину свадьбу. Сегодня я какая-то не собранная, нифига. Да не выспалась, потому что так, это все умываю. Это не надо. Есть уже у нас сыр, колбаса. Сейчас картошечку каждому высыплю. Грибы надо что-то высыпать. Так, возьму сюда. Вот, видно? Видно. Это грибочки, которые мы сами делали. Они просто обалдительные. Они просто обалдительные. Так вот. Очень-очень вкусные грибы. Смотрите, какие они прелестненькие. А вкусненькие. Ням-ням-ням-ням. Так, шашлычок теперь осталось разогреть. А я в один его сложу сейчас. Так, так. Где же вилочка? Сейчас сюда сложу. Мы же вчера еще и сосиски жарили. Ой, вот видите, бегает от меня. Все. Мы вчера еще сосиски жарили. Вот они, такие колбаски. У нас где-то есть морозилки в дальней. Наши домашние. Те, что мы, короче, дома это самое. Крутили-вертели. И все. И непонятно, где они, в каком там месте заморожены. Непонятно. Так мы не нашли, поэтому пришлось вчера купить. Так. Опа. И ставим мяско на 2 минуточки греть. Вот не знаю, делать немножко салатика к этому или не делать. Или не надо этот салат. Кто мне его будет есть? Или будет? Как вы считаете? Еще раз прошу. Да что, делать этот салат, что не делать? Что так? Садимся на все. Ну, его просто быстро сделать. По чуть-чуть. Короче, сказали, хочешь делай, хочешь не делай. В общем, на меня возложили это решение, а я не могу так. Мне кажется, все время, что чего-то будет да мало. Поэтому, наверное, я все-таки сделаю. Боже, бардачила такая, надо везде поприбираться. Поэтому я беру кусочек капусты. Сегодня прочитала интересный комментарий. А вы что, капусту не моете? В смысле, как это не мою капусту? Вы меня хоть видите? Вы меня не очень видите, да? Коля так настроил камеру, вот так вот, наверное. А вы что, моете капусту внутри? Как это внутри капусту? Ой, моете. Я не понимаю. Я не знаю. Может, я чего-то не знаю, вернее, действительно. Так. Куда же сок этот? Сок не могу даже сунуть. А почему? Потому что у нас тут все завалено кетчупами и всякими делами. Кетчупы и всякие дела надо подвинуть. Еще морковку положить, может, морковку тут еще буду кушать. Маленькую, да? Срезать сделать. Ох! Ох-ох-ох! Не собранная я с утра. Зато я села быстренько, уже 2 видео склепала на целый день. Не получается у меня с вечера клепать видео на этот, для того, чтобы утром себя этим не занимать. Вечером как-то все чем-то занимаемся. Ну, вчера вечером, когда первая упала, правильно? Правильно. Поэтому сегодня утром встала, первым делом еще кофе не пила, бегом за компьютер что-то делать, потому что не сделала с вечера. Не успеваю с вечера ничего. Так, капуста есть. Здесь шашлык разогрелся. Почти. Еще разочек включу и все.
мне нужна мисочка, в которой я буду делать салат. Так, все, сейчас я быстренько-пребыстренько все это дело нарежу, и будет у нас красота. Капусту я, девочки и мальчики, как ее внутри мышу, каждый листик разбирать? Нет, конечно, верхние листики, естественно, снимаются. Это когда покупаешь капусту, я не знаю, но я всегда верхние листики снимаю. Даже если она хорошо там упакована, даже если верхние листики красивые, я их все равно снимаю, потому что, естественно, ее там ложили, перелаживали, и, в общем-то, по-разному. Непонятно как и непонятно где. Поэтому так вот. Так. Чуть-чуть буду делать салата, чтобы просто сейчас покушать, да и все. А то получится, сейчас наделаю его в море, а кто его кушать будет? Он цвет остомером расстроенный в чувствах. Ну, что делать? Уезжать-то в любом случае надо. Она говорит, не, я не хочу уезжать. Ездила у нас. Так. Это что? Петрушка, чилкроп, который уже не укроп. Вот у нас еще свежий. Только петрушка. А, у меня вот укропчика еще немного есть. А лука уже нету, да? Свет, ты вчера последний лук использовала? Да? Ну хорошо. Огурец. 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 Огурец есть. Все. Все очень нету. Уже видите, огурчик покупали, он чуть-чуть пожелтел в холодильнике. Поэтому немножко его счищу. Вот так вот. И будет то, что надо. Главное, чтобы он не прогорк. А еще нам для салата, конечно же, понадобится лучок. Так, опять как-то я сделала так, что не видно, да? Вот так, наверное, будет виднее, да? Вот так виднее. Так, еще нам понадобится лучок. Взяла синенький. Ох, от него руки красятся. Это купец. Быстренько его режем. Будет очень вкусно. Так, лучок порезали. Еще, наверное, добавлю немножечко огурчика и добавлю помидорки. Ой, ребята, да, праздники, праздники выматывают малёха. Не знаю, как у кого, но у нас дома, когда праздники, у нас, ой, кипиш так кипиш. Вы спрашиваете, типа, есть комментарии, где спрашивают меня, а чего вы, типа, в гости сами не ходите, что только к себе постоянно зовете. Девчонки и мальчишки, мы ходим изредка в гости. Дело в том, что, как сказать, я не то, что не могу сказать, что я любитель ходить по гостям. Я люблю, когда, ну, дома, допустим, устал, да, в любой момент можешь прилечь, пойти или еще что-то, потому что, знаете, да, что, допустим, я могу в любой момент устать. Ну, допустим, многие знают, у кого какие-то проблемы со здоровьем, что человек может устать, да, и когда ты в гостях находишься, ты хочешь не хочешь, а тебе нужно постоянно быть, ну, как бы сидеть там, я не знаю, развлекаться, что ли. У нас дома тут попроще. Я себе готовлю, допустим, да. Устала, пошла, немножечко прилегла. Но мне хватает буквально получаса для того, чтобы восстановить свои силы. Точно так же же говорю. Гуляешь, гуляешь, чувствуешь, что ты уже прямо падаешь с ног. Идешь быстренько, прилег там на полчасика. За полчасика никто без меня тут не это самое. Даже не заметит, что меня нету. Вот. А потом выходишь и как с новыми силами продолжаешь гулять. Так что вот, это первая причина. Во-вторых, мы ходим иногда в гости. Вот мы недавно были у Татьяны, у Кулиной сестры. Вот, на день рождения у этого, у Максима. Вот, у племянника. Ну, опять же таки, сильно мы там ничего не снимали. Застолье мы не снимали. Мы там сняли только там, как там, дрон вот взлетел. Ну, такое. Потому что люди, знаете как... Ну, не все любят, когда их снимают на камеру. Ну, не всем нравится, понимаете? Вот кумая, например, мои, это Света и Сережа, они вообще категорически не любят. Сережка еще, да, он сам пытался канал завести иногда, ну, как что пытался, у него есть канал. И он иногда, очень-очень редко, но выкладывает видео. Одно время он этим занялся, потом как-то у него запал-пропал. Вот. То Света нет. Света, она, ну, категорически не любит этого. Ну, не хочет человек. Знаете, что же, я буду заставлять или что. Поэтому даже если мы пойдем туда, допустим, в гости, то снимать мы явно ничего не будем. Вот. Разве что только Серегу и то. Зачем, знаете, людей напрягать? Чтобы человек там боялся в кадр попасть или еще что-то. Так,
Все, я сделала здесь огурец, здесь есть помидор, здесь есть капустка, лук, зелень. Да? Да. Ну и что еще надо? Аж ничего не надо. Сейчас я посолю. Все это дело. А, лимонный сок, точно. Лимонный сок. Сейчас я вот так вот присолю и лимон. Конечно же, лимон. Я это убираю, чтобы не мешало. Ставлю сюда. Где-то у меня есть вот лимон. Вам хоть видно? Видно. Что-то я... У меня утро. Понимаете, у всех уже обед. Хотя мы все такие. Только вон попросыпались. Даша тоже проснулась. Кофе только пьет. Там Мир со Светланой тоже утром встали. Пока мы начали собираться, пока то все. А Тамере уже на 5 надо на вокзале быть. Ну, не на вокзале, а куда там? Че на вокзале? Я даже не знаю, откуда он. С вокзала едет или нет. То Светлана его в Киев не поедет провожать. Она встречала его с Киева. А здесь она с водителем договорится. Вот автобуса, чтоб он сидел рядышком. Если вдруг чего, ну, вы поняли, да? Ну, там, если остановки будет, там, в туалет сходить или еще что-нибудь, чтобы он дождался его, то есть, ну, понятно, да, что? Фух, чтобы был на виду постоянно. Так что так. Ну, я думаю, нормально. Я думаю, нормально доберется, все будет хорошо. Так, сейчас смотрю, хватит, не хватит. Где наша девочка? Да, все равно переживания есть. Человек же тоже, знаете, как... Она хотела поехать его провожать. Он говорит, не надо, Свет, не надо, потому что, говорит, ты меня встречала, сейчас опять провожать. Он мне говорит, ну нет. Вот я доберусь, тем более это автобус, который довозит прямо до аэропорта. Вот, у него есть уже ж билет, все есть на руках. Он довозит прямо до аэропорта, и прямо практически у него там получается, ну, небольшое расстояние между отлетом и тем, как он приедет. Поэтому очень даже хорошо. Так, салатиус, салатиус. Так, все, ну красивый получается, правда ведь? Хороший. Хороший получается салатик. Сейчас на кислоту, ну, естественно, попробовать надо. И масло, масло. Маслечко, маслечко. Вот такое вот маслечко. Это домашнее масло, оно ароматное. Просто я перелила в такую бутылку. Все на домашнее. Все, сейчас свежее. Все, можно садиться. Картошечка есть. Сейчас еще раз ее нагрею. Шашлычок сейчас на тарелку на другую выложу. И будет хорошо. Не будем садиться. Скучноватая сюда, да, бабочка? Ну, усталость. Усталость, усталость. Так. Как-то Мерка бы сказал, класс, 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 класс. Тапилку сполосну. Ручки вытру, чуточку подсолю, наверное, капелюшку. И немножко все-таки сока лимонного мне не хватает. Вот так. Да, уксус мы давно не используем. Мы уксус только используем консервацию. И когда мариную лук. И то не для селедки, когда в шашлык мариную лук. Вот так, в принципе. Везде лимонка у нас. Все, будем накрывать, давайте. Думаю, достаточно. Все. Молодец. Оля, молодец. Поставлю еще раз, разогрею шашлык. И все, можно накрывать на стол. Давайте накрывать на стол там. Ну, давайте. Я могла с ним стрелять.